делаем приседания на горшок. Делаем упражнение «Котик злой и котик добрый». Если вы делаете правильно, у вас должна быть ямочка. Теперь делаем высокий угол. Заднюю затяжку.
речку. Сейчас будем делать уголки. 5 счетов. Теперь будем делать уголок ноги врозь. А сейчас будем делать высокий угол. Ап! Сейчас будем разминать спины. А сейчас будем делать наклоны с руками вверх. Сейчас будем делать мостик с прямыми руками и ногами. Сейчас будем делать задние затяжки. Ап! А сейчас мы будем репетировать новый номер. Косички! А сейчас мы будем репетировать номер. Перевернуть вверх дном. Мама, зачем мне это нужно? Мама, будь тихой и послушной. Мама, от этого страдаю я. Эти, учебники и новые. Меня.
почему ты делаешь их вот с такими коленями? Вот с такими руками собираются. Вот. Нет, не надо. Я могу так носки, Василиса, а у тебя вот так вот. Большую развинку.
Следующее упражнение. Рандатфляк. И передняя маховая. Сейчас покажу, когда... Ну, блин, ну что это показали? Ой-ой-ой. Не надо здесь так. За фотошоп, за фотошоп. Фотошоп. Следующий элемент – передняя сальто. Рандат сальто. Бланш. Будем делать бланш с полвинтом. Thank you.
Следующая остановка – бланш вперед. А сейчас мы делаем паровозик Томас. Я хочу кушать, купите покушать. Всем привет! И сегодня я проведу урок по эквилибристике. Первое упражнение – это стойка на руках в полушпагате. Упражнение номер два – стойка на руках в шпагате. Третье упражнение – стойка на руках в паучке. Упражнение номер 4. Стойка на руках в мексиканке. Упражнение номер 5. Уголок. Падай! Следующее упражнение – выход из уголка в крокодил. Ура! Упражнение – выход из прямой стойки в пику. Ой.
Следующее упражнение. Выход из фонарика в прямую стойку. А сейчас вам девочки покажут свой номер. Сегодня я вам покажу жанр воздушной гимнастики «Воздушное кольцо». И его будут осваивать. Пойдемте покажу. А вот и само воздушное кольцо. Мы сейчас делаем прическу нашему колечку и стрижем его, чтобы оно было красивенькое. А это наша опоздавшая Ева. А наша Ева опоздала. Сейчас я покажу первый элемент.
сейчас мы потренируем бис на локте. Итак, финальный элемент на сегодня. Гайды. Уже через 5 дней у нас выступление, а у нас с Кирой до сих пор до конца не готов номер. Поэтому сейчас мы будем его тренировать. Сейчас мы вам покажем новый реквизит, на котором работает наша Полина. На этом наша тренировка подходит к концу. Все молодцы, всем пока! Сейчас у нас упражнение на полотнах. И первый элемент на полотнах, который называется обрыв крутки, нам покажет Полина.
нас есть шпагат, нам тоже продемонстрирует Полина. Сейчас я покажу двойной бурчик. Сейчас мы будем делать элемент восьмерочка. Обрыв в руки. Попытаемся. Сейчас Полина нам покажет крутку. Сейчас Полина нам покажет элемент петельку, пока мы распутаем Киру. Сейчас Вика покажет вам несколько элементов из своего номера.
на ходулях. Первый элемент – махи ногами. А сейчас мы будем делать повороты. Погнали! А сейчас будем делать прыжки! Сейчас мы будем делать крестный шаг. А еще у нас есть элемент приставной шаг. Смотрите. А сейчас мы будем делать махи назад, будем такими балеринами. Сейчас мы будем танцевать танец Венса из ТикТока. Слушайте их, восхищайтесь. Давайте, раз, два, три. Мы танцевали танец Венсдэй, а сейчас мы будем танцевать наш скучный танец. Смотрите и ликуйте. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 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 5, 6, 7, 8. Сейчас у нас будет тренировка на колесе Сира. Это Матвей, Алиса и Святослав. Сейчас мы будем заниматься на вот этом колесике. Первый элемент у нас крутка с одной ногой. Шнурок развязался. Но... Let's go! Ну, знаете, он новенький, так что не обращайте на него внимания. Он как присутствующий просто. Второй элемент у нас монетка. Сейчас покажу, как мастер делает. Вообще, ну что это такое? Итак, сейчас у нас третий элемент. Третий, да, элемент. Колесики. Можно с одной ногой, кто умеет.
четвертый элемент – это уголки. Надо делать. А что они делают? Ну это плохо. Пятый элемент. Да, у меня грязные ручки, но это будет переворот. Падения тоже бывают, но такие лучше не надо. Что это такое? Я вам покажу, как надо. Шестой элемент. Крутка без ног. Кривые коленки. Это ужасно. Но он сделал этот элемент, значит, можно засчитать. Почему это кольцо тяжелее и тяжелее? Седьмой элемент – это у нас будет крутка без одной руки. На колесе, без рук, придерживаясь руками. А сейчас тренировка подходит к концу. И последнее, что у нас будет, это фристайл. Каждый покажет, что умеет. We'll be right back.